Я прошу взять на контроль, чтобы всем им была предоставлена возможность прохождения оздоровления в наших детских лагерях. Александра Сергеевна, прошу тоже на заметку взять. И давайте мы такую возможность тем детям из Донбасса, им ЛНР, ДНР, ЛНР, которые к нам прибыли, обеспечим. Это очень важно с учетом тяжелой ситуации, в которой они находились последние годы, и с учетом длинного пути к нам на Камчатку и вызовов для здоровья, которые могут возникнуть.